Итак, ищем случайного соперника. Василий, а не хочешь ли ты сыграть с нами? Василий, привет, Руслан. Юлия Дзявши, привет. Елена Фатеева, здрасте. Ну, заходи тогда, мы с тобой сыграем сейчас. Привет, Любовь Кудрявцева. Так, ну что, ищем Вихора. Вихор — это наш Василий. И мы начинаем первую доску словесной игры «Балда». Цапка. Поставил Василий наш ход. Пожалуйста, ваши варианты. Да, на Кавказе говорят больше 40 градусов в некоторых местах. Лапка. Шапка. Лапка, тапка, тапок только, Мария. Цыпка. Нет, тапка проходит. Привет, Наталья Магай. Поставили шапка. Привет, Ирина. На Старополье грозно. То у нас 37 вчера было, позавчера. Итак, от соперника, а мы с вами подбираем слова. Александр Акитин. Луховицы живы еще. Ну да. Огурцы, наверное, только сохнут маленько, да? Паша ставит соперник. Пожалуйста, наш ход, ваши варианты. Приветствуем чате Ранфию, Ивана Фартового. Папаша. Не как папаша. А, получается. Да, папаша 6, да. Людмила Двоеглазова, Камежон. Но папаши нет в словаре. Каша. Так, цыпка. Да, пробуем. Цыпка проходит. И если у вас нет шестерок, я поставлю пятерку цыпка.
Как вы слышите, у нас заканчивается время. И мы ставим цыпка. Ход соперника. Привет, Жужа и Дмит и Мобайл Шоп. Насколько я вижу, к нам пришли Пушап Иван Фартовый. Да нет здесь этого слова, Пушап. Но это же не русское слово. Вышка, мышка, мышка точно нет, Наталья. Вышка вполне может быть. Давайте проверим. Да, вышка есть. Пытка. Так, пытка. Нет, пытку мы уже не поставим. Пушап есть? Ну, давайте попробуем. Иван, давайте. Не буду с вами спорить. Посмотрите внимательно, Иван, видите? Да, мы с Василием играем. С нашим игроком. Так, ну что? Пишка. А что это за пишка? Mobile Shop. В чате 86 человек и всего 42 лайка. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайки. Я помогаю вам, давая понять, что осталось 20 секунд вот этим звуком часов. Надеюсь, вы его слышите. Итак, когда вы слышите этот звук, осталось 20 секунд. Если вы в это время меняете слова, то я, естественно, могу не успеть. Привет, Александр. Ставьте вышка. Пропустили. Итак, вот соперника, я думаю, что Вихор нам пропустит в ответ, конечно же. Он понимает. А чего пропустили-то? Да вот проверяю, как вы. Слышите звук часов или не слышите? Вижу, что не особо слышите. Я так слышу. Часы тикали слишком быстро. Да. Привет, Лена Данилова. Ну, Василий Вихор, это наш Василий, поэтому он нам в ответ пропустит в ответ. Не беспокойтесь. Слышно еще как? Ну, замечательно. Значит, последние 20 секунд вы не будете давать новые слова, потому что я все равно не успею их поставить. Итак, Василий в ответ сейчас нам, конечно же, пропустит. И мы сможем поставить слово, которое вы предложите в чате. Обратите внимание, у нас появился второй QR-код. Справа QR-код – это донаты. Слева QR-код – это чат в Телеграме, ссылка. И, собственно говоря, канал в Телеграме мой. Итак, я жду ваших вариантов слов. Пожалуйста, пишем. Все-таки вышка, да? Вышка 5. Кроме вышки нету вариантов. Поставили вышку. Привет, мама Мия, Эльвира Трубач, Ирина Таланова.
Ну, тут не только Наташа, Андрей, Жанна Викторовна. Здесь куча народу из Самары, как выясняется. Так, папаша не проходит. Вешка поставил соперник. Наш ход. Пожалуйста, ваши варианты. Вешка. Чешка, пешка. Еще варианты. Решка. Решка. Ирина Мусылян. Других не знаю, Жан, да есть. Ребят, кто из Самары, плюс поставьте. Или из Самарской области. Итак, решка, чешка, свешка. Василий Пупкин. Что такое свешка? Пешка, спешка, решка, трешка. Так. Пешка нельзя. Спешка будет. Хорошо. Что ставим? Решка нет. Трешка будет. Пешка нет. Спешка будет. Шибка. Чешка. Так. Давайте проверим чешку. А чё это у меня чешка-то не работает? Во, чешка есть. Может быть, предложите что-то подлиннее? Вышка стоит уже. Ставьте, а то будет второй пропуск. Поставили чешку. Итак, мы продолжаем играть в словесную игру «Балда». Меня зовут Инстагрек. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. В чате сейчас у нас с вами 99 зрителей и всего 62 лайка. Для того, чтобы поставить лайки, найдите сверху справа три вертикальные точки, нажмите на них или длительно нажмите пальцем на экран сенсорного устройства. И вы выберете тогда лайк или дизлайк. Кто желает, подписывайтесь на телеграм-канал, а также аудиочат. С левой стороны QR-код меняющийся. Там, где говорящая голова, это ссылка на аудиочат в телеграме. Там, где просто значок телеграм, это просто канал в телеграме. Справа, там, где Инстагрек собственной персоны в центре, это ссылка на страницу донатов. Поддержите канал, если у вас есть такая возможность. Чушка. Поставил соперник или чушка. Небольшой слиток металла в виде продолговатого бруска, обычно чугуна. Наш ход. Пожалуйста, ваши варианты. Привет, Светлана. Юрий 42, привет. Катя Краплак. Итак, я жду ваших вариантов слов. Свежка проверить. Свежка? Ну, давайте свежку проверим. Нет, свежки нет. Папаша не проходит, мы же пробовали. Жанна Викторовна, где вы были в этот момент? Все, что было, смотрите сейчас перед вами. Первые верхние слова – это цапка и шапка. Ну, они немножко закрываются QR-кодами. Внизу все видно. Играем на четверках и пятерках. Пока что у нас не было ни одной шестерки. Ни у нас, ни у нашего соперника. Играем мы с Василием, нашим игроком, который играет вместе с нами под ником Вихор. Камильджон, WhatsApp тем более здесь не пройдет. Шкаф. Так, давайте поставим, я думаю, выпь. Ушкан предлагает. Ушкан нет. Успели поставить вып. Так, ну что, шкаф поставил соперник. Наш ход, пожалуйста, ваши варианты.
Это темно вишневая шаль, Крамжан предлагает. Попье. Что это за попье такое? Мне даже ставить не хочется. Ребят, ну нет такого слова. Чего вы придумываете? Какое попье? Папье-маше, наверное, а не папье. Кафе. Кафе 4. Открываем Е. Факс 4. Даем С. Шаль. Ну, шаль тоже неплохо. Прикрываем А. Итак, вот из тех слов, которые вы предложили, шаль неплохо и факс. Камежон, шкив пишется на конце В, не Ф. Дашка, шаль будет фальш, Нина Арнакова, спасибо. Ну, значит, давайте ставить факс. Факс или факс? Ставьте. Поставили. Ставьте. Что-то до последнего. До последней секунды тянете. Я вас заставлю проснуться. А то в воскресенье, я смотрю, вы все расслаблены. Всем вам хорошо сегодня, небось, на дачах належались, наелись, напились, и все у вас хорошо. Слова можно? Конечно, можно. Андрей, пожалуйста, они перед вами. Играем на пятерках и четверках. Первая доска словесной игры «Балда». В чате 111 игроков и 66 лайков. Пожалуйста, 50 зрителей, поставьте лайки, даже если вы не играете. Просто поставьте лайки. Слова посмотрели, возвращаемся на доску. Пожалуйста, ваши варианты. Привет, Лана. Готовил? Чё готовил, Дмитрий? Кто-то отдыхал, а кто-то с работы пришел. Елена, ну, поздравляю вас. Значит, у вас прям отличный отдых, настоящий. А у Кати Краплак отпуск начался. Поздравляем вас, Катя, с этим. А какой сегодня день? Пятница. Ну что, 9 секунд. Чаша, каша. Поставили чашу. Кролик – это подходящая компания. А подходящая компания – это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Это я про донаты, которые вы с удовольствием, а может быть без особого удовольствия, можете прислать ведущему, поддержать его канал по QR-коду, находящемуся сверху справа. Первая доска словесной игры «Балда». Ход соперника, мы играем с нашим игроком, которого мы прекрасно знаем, Василий, под ником Вихор. Давайте посмотрим на те слова, которые стоят на доске. Соперник ставит четверку «Папа». Наш ход. Шаль, если что, можно ставить. Ну да, шаль теперь, в принципе, да.
аксель поставит. Это тёмная вишенёвая шаль. Значит, не надо. Как он аксель поставит? Если мы шаль поставим вот здесь. Вот, шаль аксель вот так. Как аксель-то будет? Если мы шаль поставим. А, вот здесь вот Е, если поставим. Да, аксель получается. Аксель. Попье не проходит, Муса Дмитриевич. Цыпа! Цыпа, 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 цыпа. А как ты цыпу ставишь? А, вот так, вижу, да. Цыпа, цыпа Руслан, да, есть такое дело. Цыпа была. Цыпа была, сейчас глянем. Цыпка была, а цыпы не было. А цыпка была. Не было. Ча-ча. Ча-ча есть. Шаль мы ставить, мистер Шарк, не будем, поскольку после шали у нас появляется длинное слово у соперника. Предлагаю поставить чачу. Вот ты цыпа. Лучше цыпа. Поставили. Чепец, по-моему, ребят, не чапец, а чепец пишется, Леся. Первая доска. Словесная игра «Балда». Мы доигрываем ее с нашим соперником, с нашим игроком под ником Вихор. Это Василий. У Василия остается 40 секунд на ход. У нас осталось по два хода. Давайте посмотрим на те слова, которые стоят на доске. И соперник ставит тройку икс. Пожалуйста, наш ход. Без года, без года. То есть гадр. А, даром. Понятно. Тридцать девять, Светлана Осинская, я тебе скажу. Там 39, Светлана. Когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили. Дети очень хорошо копировала сову. Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметят его. А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба, и тоже ничего не заметят. Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может, заметят, а может и нет. Итак, наш ход, пожалуйста, ваши варианты. Цыпу ставьте. Вот один вариант, цыпа. Апаш предлагает еще. Давайте апаш проверим. Смотрите, есть апаш. Апаш предлагает Иван Иванов. Апач, по-моему, не проходит.
Открывать. А патч нету, но открывать «а» совсем неправильно. Давайте лучше ЦИПу поставим. Ура! Успели. Мы поставили ЦИПу. И у нас осталось ровно по два хода. Ну, в смысле, один ход наш и один ход Василия. Играем мы именно с ним. Словесная игра «Балда». В чате 105 человек и всего 74 лайка. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайки. Машулька, привет. Деревенская бабуля. Добрый вечер. Где ты? Я бегу за тобою. Опять где-то я сегодня услышал эту песню. Крутится теперь у меня. Итак, у соперника 39 очков, у нас 40. Мы обыгрываем его ровно на одно очко. Пыш. Тройка. Наш ход. Последний ход на этой доске. Красавчик, вихор. А выцеп пройдет? Выцеп. Выцеп? Так, сейчас. Нет, выцеп нет. Жица, пыл. А как пыл-то здесь поставим мы? Нет. Живец. А живец как мы поставим? Свежку пробовали уже, мама мия. Вица. Ребят, я боюсь, мы сейчас проиграем. Вица нет. Свечушка, выцепка. Ну, давайте попробуем. Свечушка нет. Выцепка даже не буду ставить. Так, ужьёшь рцы. Сейчас. Рцы. Да, рцы. Название буквы древней славянской или старой русской азбуки. Отличный ход. Поставили. Итак, мы победили. Я вас поздравляю, а Василий... Как и не надеялся, не смог нас переубедить в своей эрудированности. Я вас поздравляю, и мы переходим на доску номер два. Всем добрый вечер. Ну что, давайте поищем соперника. Музицан желает с нами сыграть. Да, давайте сыграем. Итак, вторая доска, словесная игра «Балда». Мы играем с музицианом, играем с ним не первый раз. На самом деле сильно играющий соперник. Первое слово «Эгида» и первый ход нашего соперника. Итак, вторая доска, мы играем с соперником музицан или музикиан. И он ставит тройку «Гид». Пожалуйста, ваши варианты.
Привет, Лёка. Год, дар, гад. Еще варианты. Кади, Василий. Да, Кади, у нас есть четверка. Дмитрий Зайцев гигу предлагает. Проверим. Гига нет. Мида. Это что за мида такая? Нет. Кадий поставит. А что такое Кадий, Леся? Скажите нам, пожалуйста. Итак, пока что я оставлю слово Василия. Это единственная четверка из того, что вы пишете в чате. Там словари есть. В каком словаре есть, Леся? В балде? Леся, а вы играете со словарем? А, вы имеете в виду то, что здесь показывается? Кадия будет. Ну а что будем ставить? Тройку? Миг поставьте. Давайте посмотрим, чем закончится это. Кади, а дальше посмотрим. Мы могли бы сразу Кади поставить. Это как? Мы могли сразу Ирину Мусылян поставить Кади. Скажи мне, пожалуйста, как? Если мы добавили букву К. Ну, и краткое над И. Ну, а на К-то, К-то мы поставили. По одной букве добавляем, Ирина, или по две у тебя уже мы добавляем? Андрей, вы прям интриган, до последней секунды тянете. Так конечно. Мы пропустили. Ничего не пропускали. Ничего не пропускали, Ирина. Так, Кать поставил соперник. Ну, соответственно, мы можем попробовать поставить Кадий. Кадий нет в словаре, обратите внимание. Кадий в словаре нет, хотя он упоминается в словаре. Вот вам и Кадий. Леся хохочет, хотя на самом деле она всех на уши поставила своим комментарием про Кадий. Ну что, Кадия, да? Кадия тоже нет в словаре. Еще варианты. Кадр. Четверка. Катя Краплак. Кадр есть. Леся, ты написала комментарий. Не игра, а ты написала комментарий. Ты заставила людей обратить внимание, понимаешь? Если бы ты пропустила это, мы бы сейчас не бегали, не искали Кади, Кади. Гидра будет. Вполне может быть. А пятерку дадим, что будет. Что ставим? И привет, Евгений Псков. Лучше пать он, наверное. Пать? Даня. Да, пать есть. Четверка. Поставили. Падью называется резко очерченная глубокая неширокая долина, обычно заросшая лесом. Также так называется сладкая клейкая жидкость на листьях растений, являющаяся продуктом жизнедеятельности живущих здесь насекомых. Ход соперника. Привет, Катя Порошина.
Итак, это вторая доска словесной игры «Балда». Меня зовут Инстагрек. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки. В чате 100 человек и всего 78 лайков. Для того, чтобы поставить лайк, найдите три точки, нажмите на них вертикальные и поставьте лайк или дизлайк. Четверка спад, отвечает нам соперник. Пожалуйста, ваши варианты. Кадир. А кто это, Иван? Нет такого слова. Капса. Все, понеслась. Опять пошли несуществующие слова, ребят. Нету. Оспакт. Так, оспа 4. Открываем гласную. Акт 3. Акт, пакт. Да, пакт 4. Пакт 4. Падья. Падья нет. Спадди. Тоже несуществующее слово. Нет его. Дока. Любовь Косливцева. Хорошее слово, оно, скорее всего, есть в здешнем словаре, но вы открываете гласную букву, что нам совсем не нужно. Я выделю слово, подходящее нам по параметрам. Падия. Падия нет. И поставили пакт. Счет становится 12 наших на 11 музицианов. Мы играем с ним. Ох, Андрей, доиграетесь. Да что вы так переживаете? Это всего лишь игра. Уважаемые игроки. Оспа. Нам открыли гласную букву. Пожалуйста, ваши варианты. Да-да-да-да. Что наша жизнь? Игра. В каком произведении, в какой опере звучит эта строчка, Дмитрий? Помните? Кто помнит? В опере «Маска». В опере «Маска»? «Маскарад», наверное, но не там это звучит, Ирина Мусылян. Совершенно верно. «Пиковая дама» Ария Германа. Дмитрий Смондарев. Молодец. А также у нас есть знатоки оперы. Это «Любовь неземная», да? «Что, где, когда», «Почему мы нет», Василий. Итак, наш ход. У нас остается меньше минуты. Пожалуйста, ваши варианты. Гигра. Нет. Гросс. Обычно так говорят о бухгалтерской книге. Гроссбух. 12 дюшен. Гросс пуговиц. Гросс карандашей. Да, гросс очень неплохой. Неплохой ход. Привет, Наталья Мануилова. Здравствуйте. Гросс у нас предложил Василий. Сорга будет, да. А утка будет шутка. Не будем играть? Слова не будем ставить, Руслан?
Здесь что-нибудь будет, что так, что так. Сорго. Наш ход. Пожалуйста, ваши варианты. Привет, Женя. Опрос. Оргия. Так. Оргия. Это будет вот так. Опрос. Опрос, допрос. Будет вот так. Ну да, оргия безопаснее получается. Или вопрос, или допрос будет, не надо. Ну хорошо, давайте оргию поставим. Или предлагайте шестерку, или семерку, или восьмерку. Или девятку. Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. Оргии ближе. К чему? К котлетам, Дмитрий? Ну да, без котлет. Какая оргия? К ночи. Да-да-да-да, Светлан. Привет, Зиле Болтаевой, привет. Поставили. Карина, да что с вами такое? Да ставьте, что тянете? Ход соперника. Итак, соперник поставил четверку трос. Пожалуйста, наш ход. Пакля, Василий Пупкин, Ольга Мишина, Елена Фатеева. Пакля 5. Еще варианты. Хорошее слово пакля. Можно после него... Ну, у нас есть еще минута. Куда торопиться, Людмила Киреева? Матрос через А. Матрос. Больше сыграем? Да не намного, Людмил. Ну что, паклю ставим, да? Шестерки я от вас не услышу. Да, Андрей, Лера, я стараюсь ее делать таковой. Изо всех сил. Пакля? Есть. Оно обозначает грубое, короткое, спутанное волокно, получаемое как отход при обработке льна и конопли.
Давайте посмотрим на те слова, которые стоят на доске. Вторая доска у нас тоже не отличается длинными словами. Играем на четверках и пятерках. Соперник поставил слова «гид», «кать», «спад», «оспа», «сорга» и «трос». Мы с вами поставили слова «кади», «пать», «пакт», «гроз», «орги» и «пакля». Соперник поставил пятерку «мялка». Пожалуйста, ваши варианты. Привет, Алис Джеффри. А смялка не пройдет? Смялка? А где у нас Татьяна Швецова? Никто не знает? Нет смялки. Спит. Спит? Пялка есть. Пялка. Да, рамка, за которую натягивают шкурки зверей для просушки и придания им правильной формы. Пялка. Лёдка, тёлка. Так. Тёлка это будет вот так, и это слово проходит. Пытка будет. Лёдка. Так, а лёдка как? А лёдка это вот так. Ну, лёдка то же самое, что и тёлка. Лёдка тоже есть. Умялка? Боюсь, что нет, Мария. Нет, умялки нет. Пытка будет после тёлки? Или после чего? Да в любом случае он тёлка поставит. От этого ничего не меняется. Падла? Падла нет в словаре. Поставили. А что такое поклён, Василий? Чёлка. Пожалуйста, ваши варианты. Пчёлка точно не проходит. Ну, пчёлка-то нет. Пчела, да, пчёлка нет. Нет тут пчёлки, ребята, пчёлка не проходит. Смотрите. Нету пчёлки. Привет, Лика. Сарток. Сарток. Нет сортка. Счетка. Щетка через «ч» пишется. Учетка. Это жаргон. Учетки нет. Учетная запись есть. Кляча. Гласную открываете. Ставите пятерку, открываете гласную. Кляча есть. Кляча зачет. Учет. Так. Учет четверка. Не надо зачетка, оно будет. Смотрите, учет. Или счет. И то, и другое четверки, но более безопасны для нас. Мачете есть. Нет мачет. Мама Мия, я уже ставил учетку. Следите за игрой, пожалуйста. П-
Поставили. Ну, почему же она одинока, Элли? Совсем не одинокая. Там овон есть чуть ниже. Эмо. Мне кажется, Эмо не пройдет. Хотя, черт ее знает. Кристина Макеева, два кота. Не пишите, пожалуйста, в ход соперника. Когда внизу под доской ход соперника, не пишите. Привет, Андрей Масютин. Привет. Кристина Макеева пишет: понял. Да, ну ладно, Кристина, если вы понял, тогда все понятно, да. Ям поставил соперник, наш ход. Вот теперь, пожалуйста, пишем в чате. Внизу, видите, ваш ход написан. Пишите. Читаю. Эмо предлагала Катя. Эмо нет в словаре. Эмо будет матрос. Да нету Эмо. Дигма. Уже никак не поставим. А сток? Сток. Сток, да. Бис. Утро. Туманное утро. Седое. Ну, утро будет сразу. Утро. Утро будет. Че бис будет? Поставь. Че будет? Нутро? А, ну да. Нутро. Хорошо. Нутро. Утро нельзя, нутро будет еще. Эгоист бис, будет, если что. Не надо бис. Что ставим? 50 секунд осталось. Внизу не ставь. Руслан. Ну, бас. 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 Бас? А почему не бис? Вон эго предлагает. Бас, бис. А эго проходит. Итог проходит. Батрос. Да нет этого слова. Бис поставили. Так, те, кто к нам присоединился, пожалуйста, смотрите на те слова, которые уже стоят на доске. Итог, четверку поставил соперник. Итак, наш заключительный ход на этой доске. Для того, чтобы нам переиграть соперника, нам нужно поставить слово из четырех букв. Ситро. Ситро. Так называется фруктовый прохладительный газированный напиток. Именно такие напитки любит ваш ведущий. Но сегодня у него лимонада почему-то нет. Так, а Василий предлагает поставить слово «сортир». Длиннее слово, аж на одно очко, шестерка. Обозначает оно отхожее место, уборное. Это слово проходит.
Итак, мы ставим слово «сортир» и заканчиваем вторую доску. Я вас поздравляю, мы заработали 9 очков и переходим на доску номер 3. Ну что, давайте посмотрим, кто у нас есть еще здесь. Обычно, когда мы счет пишем, с левой стороны наши очки, с правой стороны очки соперника. У нас есть, похоже, третий соперник. Данки, один. Первое слово – парей. Парей – это луковично-огородное растение с широкими и плоскими листьями, употребляемое в пищу как приправа. Наш ход. Пожалуйста, ваши варианты. Парей. Уже две доски выиграли. Борей. Борей – это бог северного ветра. Пятерка. Пожалуйста, ваши варианты. Борец. Мы еще борей не поставили. Сейчас так нет. Хорей предлагают. Хорей 5. Порез предлагает Руслан. Порез тоже проходит. Еще варианты, пожалуйста. Юрий Юрец, привет. Татьяна Волкова, здравствуйте. Кузя, ну что со счетом непонятно? 2-0, мы выиграли. Поставили. Итак, наш ход. Соперник поставил слово «озеро», открыл вам гласную букву «о». Пожалуйста, ваши варианты. Козерог. Для козерога нам не хватает двух букв «Игорь Галицкий». Буквы «К» и буквы «Г». А позер. Можно ставить только одну. Позер. Позер, пятерка. Резон. Еще одна пятерка. Или резон. Мне кажется, резон будет лучший вариант. Борей закрывайте. А что закрывать-то? А там и там его закрываем, и там закрываем. Предлагайте. Может быть, шестерку кто-то увидит. Борей побор. Чтобы не было козерога. Да его и так не будет. Так, ладно, ставим резон. Я думаю. Поставили. Ох,
соперника не пишем слова. Лайки добавьте, ребята. Это маловато лайков. Позер. Че от лайков? Не понял. Светлана, не понял, что говоришь. Что сказал? Очень мало лайков. Так, позор. Позор. Так, позор это будет вот так. Пять. Его открывать лучше сезон тогда. Сезон, да, мы закроем Е. Это будет лучший вариант. Озеро стоит уже, Дюна. Или сезон, или Борей. Борей у нас еще остался. Пырей. А Пырей-то как мы можем поставить? Харей еще он предлагает. Ну давайте... Давайте закроем... Е. Харей, Харек. Согласен. Поставили. Соперника не пишем слова, ставим лайки. Без воздуха, без беда. То есть гадом. А, даром. Понятно. Соперник поставил пироп. Пироп. Это минерал из группы гранатов красивого темно-красного цвета, прозрачные разновидности которого являются драгоценными камнями. Наш ход. Пирог. Пятерка. Дюна. Ольга Мишина. Александр. Сироп. Горизонт. Так. До горизонта не хватает двух букв. Камежон. Пирог пирога будет, да, Иван Иванов? Полип. Пирог, горизонт, да. Бизон. Спрей. Так. Кстати, да, спрей очень неплохой ход. Спрей. Акрамжан. Это слово есть в здешнем словаре. Препон. Шестерка. Елена Никонова. Препоны. Строят препоны. Нет препона. Полип. Пятерка. Ну что, будем ставить полип? Поставили. Поздно, Лёка. Привет, Владимир Масловский. Папирус, Камельжон. Через А. Папирус. Ой,
Вот соперника, не пишем слова. Светлане надоело писать в чате. Она решила просто проговаривать все, да, Свет? Увидят, не увидят? Нет, я просто во дворе играю. Тут часто соседние звуки, всякие посторонние. Сегодня вроде тихо. Колизей не проходит. Трилон. Так, трилон. Нет. Спрей пятерка. Слепон. Думаю, что нет этой обуви здесь. Нет слепонов. Скрип. Ранфия. Скрип 5. Стрип. Это полоска по-английски, по-моему. Нету стрипа здесь. Перрон. Перрон пишется с двумя «р» и через «е». Иван Фартовый. Лизун. Лизун есть. Лизин, соответственно, тоже. Да. Спрей хотели. Ну, давайте спрей. Хотя внизу можно было бы закрыть. Так-то. Там все отыграно. Поставили спрей. Ход соперника. Третья доска. Словесная игра «Балда». Пропил. Шестерка. Пожалуйста, ваш ход. Не сезон, Юра, 42. Раздельно пишется. Не сезон. Да, будет, Иван, пропил. Соперник поставил. Пожалуйста, ваши варианты. Пролив. Прилив. Так, пролив. Естественно, проходит. Прилив, может. Пролив 6. Прилив. Прилив тоже проходит. Это тоже шестерка. Пилорез. Пилорез. Пробую. Пилорез нету. Пропа-на-на-на, привет. Итак, прилив, пролив, пропан. Шестерки. Еще варианты будут? Ну, пропана открываем. Ну, да, хоть пролив или пролив. Прилив. Ну, пролив, прилив, какая разница, там одинаковое «В» будет стоять. Что в приливе, что в проливе. Может быть, еще какая-то шестерка будет? Поставили. Ребята, зажал 22 лайка. Кто зажал 22 лайка? Соперник поставил полива.
Полива – это стеклообразный сплав, которым покрывают керамические изделия. Другими словами, так называют глазурь или мураву. Пожалуйста, наш ход. Вализа, Сана Оксана. Вализа 6. Почтовый мешок. Отличный ход. Закрываем внизу правый угол. Кстати, редкое слово. Вализа, да. Почтовый мешок дипломатического курьера, опечатанный в установленном порядке и пользующийся неприкосновенностью. Еще варианты будут? Аризона — это штат, здесь не проходят такие слова. Поставили вализу. Эля, само слово не редко, но просто в игре редко используется игроками. Разменяли шестерку на шестерку. Соперник поставил пропан. Наш ход. По-польски чемодан? Да ладно. Вализа? По-польски чемодан? Запилорез, Василий. Что это за слово такое? Запилорез. Напор, запор. Ну, напор пройдет, запор, я думаю, тоже пройдет. Может быть, другие варианты есть, подлиннее слова. Пропар. Так, пропар. Давайте посмотрим. Пропара нет. Шестерка. Капор проходит. Итак, напор, запор и капор. Пропад, пропар. Пропар не проходит. Пропад, сейчас попробую. Пропад нет. Шнапор. Не знаю, некогда, ставить надо. Ставим, ребята, капор. Поставили. Кто не знает, капором называется детский или женский головной убор, надеваемый обычно в холодное время с лентами или тесемками, завязываемыми под подбородком. Ну, правда, сейчас такие головные уборы никто уже не носит. Ход соперника не пишет слова. Давайте посмотрим на те слова, которые стоят на доске. У нас появились шестерки, у нас у нашего соперника. Это третья доска, словесная игра «Балда». В 90-е носили? Да ладно. Thank you.
7. Вот это слово Владимир знает, я думаю, прекрасно. Сеймом, насколько я помню, называется польский парламент, да? Кинорез проходил. Надо пробовать Нина Арнакова, не знаю пока что. Пресс-пресса будет. Пресс-пресса. Роника, привет, Нина Мартынова. Привет, привет. Кеннер пройдет? Кеннер? Да пройдет, конечно. Только гласную зачем нам открываем? Нет, не проходит Кеннер. Еще варианты. Окапи. Окапи пройдет здесь. Пятерка. Вид парнокопытных. Регина Кобзина, ты с помощником играешь в Гугле? Регина, я вообще не играю. Играет команда. Ребят, пресса, будет пресса, поэтому не ставим. Канопа. Что это за канопа такая, Вера Бирюкова? Канапе, может быть, вы хотели сказать? Нет канопы. Так, что ставим? Ребят, поставлю кант, я уже забыл слово. Ставим, наверное. Я кант поставлю. Забыл я про копи. Канопа не проходит. Эх, сбили ведущего с толку. Не говори. Итак, мы играем с соперником под ником Данки или Данки 1, 42 на 46. Сейчас ход соперника, а слова вы видите перед собой, которые стоят на доске. Это третья доска, словесная игра «Балда». Пытка, поставил соперник, наш ход. Последний ход на этой доске. Пресс. Будет пресса, да? А компресс с одним «с» пишется, Василий, не с двумя. Итак, наш последний ход. Пожалуйста, ваши варианты. Счет 47 на 46. Соперник обыгрывает нас на одно очко. И, в принципе, я так понимаю, он нас выигрывает. Лыдка. Василий, Наталья Пирогова. Нет лыбки. Орет? Кто орет? Ставь без разницы. Что ставить-то? Сбыт? Рыдка, пытка стоит уже. Сбытка. Нет такого слова «сбытка». Нет его. Ну, остается только сбыт. Другие варианты какие? Поставили.
Может быть, ничья будет. Ну что, ждем хода соперника. Я думаю, что соперник победил нас на этой доске третьей. Мне кажется, что он сейчас найдет четверку по-любому. А может быть и нет. Ну, Жанна Викторовна считает, что не победит. Да, соперник поставил тройку, и у нас ничья. Мы ничья. Ну что, это была третья доска. Но мы проиграли 4. Будем ли мы играть с четвертую доску? Напишите мне, пожалуйста, в чате. 2-0. Ой, четвертая доска. Узник сраницы желает с нами поиграть. Ну что, играем с узником сраницы? Итак, ну, четвертая заключительная доска. Первое слово «спорт». Надеюсь, вам не нужно объяснять, что оно обозначает. Хорошо. Наш ход. Пожалуйста, ваши варианты. Тропа, стропа будет, ребят. Тот, кто тропу предлагает, будет стропа. Спора. Вот это спора. Споры 5. Споры множественные нет. Поставили. Наконец-то лайков больше, чем игроков. Да, игроки пошли по кроваткам некоторые. Ну, игроков 15 пошли спать. Ну, правильно, завтра понедельник, рабочий день у некоторых. А мы продолжаем играть в балду. Четвертая доска. Пожар. Да, мы можем поставить шпора. Шпора проходит. Для нас это, по-моему, наиболее безопасное слово. Порты множественные, Александр. А порт гласно открываете. Зажор, нет такого слова, Нин, здесь. Шпора, штора, предупреждает вас Эля. И Александр. А порт будет рапорт.
Мы Коран поставим. Что тогда ставим? Ставьте шпора. Штора в Тора, вот предлагает Светлана Ти. Давайте попробуем. А почему сверху, Владимир? Поздно, я уже поставил снизу. Мы хотим разыграть штору и в Тору. То есть сейчас он поставит штора, а мы поставим в Тор. Но я не уверен, что он поставит штору. Совсем не уверен. Мажор поставил соперник. Пожалуйста, ваши варианты. Мажор 5. Штора это будет вот так. Страж это будет вот так. Будьте страж. Стража будет. Страж, стража. И стропа, кстати, да. Стража и стропа. Страда потом. Ну, смотрите. Страж. Стража мы можем поставить. Да, может, штора. Штора. Давайте штору поставим. Пятерку. Согласны со шторой? Или все-таки страж будем ставить? Давайте разыграем те варианты. Давайте штору все. Не надо. Сон как выдумает, как выдумать. Ну, чат говорит штора. Большинство в чате, я смотрю, говорит штора. Кстати, еще есть вариант Трамп. Но я уже не успею его поставить. Давайте посмотрим на те слова, которые стоят на доске. Их всего 5. С нашей стороны это опора, шпора и штора. Со стороны соперника пожар и мажор. Зажор. Все-таки зажор есть. Кто-то сегодня зажор предлагал. Я сказал, что нет этого слова. Оно есть.
зажор, скопление шуги донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки, а совсем не то, что происходит со всеми нами после 12 у холодильников. Наш ход? Привет, Татьяна Швецова. Тора. Зажора? Нет, потира, мне кажется, пройдет. Потир или потира? Нет, потира нет. Втора. Втора, да. Шторм. Шторм, да. И еще к тому же Трамп, который у нас вроде бы проходил. Да, Трамп тоже проходит. Ну, что ставить будем? Вариантов куча из пятерок. Шторм, метро. Трамп, угол закроем, давайте. Мне кажется, Трамп будет лучший вариант. Привет, Таня. Поставили. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Слим. Марин, сейчас не наш ход, сейчас ход соперника. В ход соперника не ставьте слова, пожалуйста, в чате. О, Юра пишет, ставь Трамп, а то Байден надоел. Да он, похоже, у вас еле-еле Байден разговаривает. Развод. Байден. Да нет. Что за бабушки вечно щебечут? Это птички, Регина. Регина, это про нас, про бабушек. Да, прикиньте. Регина Кобзина так странно очень общается в чате. Саид Битмурзаев, привет. Кто, какая игра, кто ведет? Дружба ведет. Страз поставил соперник. Слушайте, а Страза же проходит здесь? Страза. Страза проходит. А зачем он страз поставил? Четвертая доска, две доски мы победили, третья была ничья. Думаешь, он услышал? Страза, стража здесь проходит. Стража. Страза, стража. Стропа нельзя. Почему? Стропа нельзя. Не надо, там длинное получается слово. Ну, короче, сразу ставим, да? Или страза, или стража. Значение не имеет. Там будет буква А на той клетке. Пропажа будет. Ну, до пропажи не хватает двух букв. Нина Арнакова. До пропажи не хватает двух букв. Это прекрасно знает наш соперник, и знаете вы. Регина Кобзина. Ну, реально голоса, как у бабушек лет 80. Да ладно. Можно кража поставить. Регина, а мой голос на сколько лет? Скажите мне, пожалуйста, вот мой голос, как вы считаете, сколько мне лет? Напишите в чате. Сейчас мы выясним, как вы разбираетесь в возрасте по голосам. Ну что, стражу ставим? Страза или стража одно и то же. Поставили. Вот Владимир считает 38. Мария 51.
Твой лет 45. Не угадал, Регина Кобзина. Эти цифры только наоборот, я бы сказал. И еще пару лет прибавь и получишь тогда. Бля, ну че, юбилей будет. Да ты че? Вон Александр правильно сказал, он Герасименок. Мне 56. Страза. Отлично. Играем дальше. Наш ход. Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может, заметят, а может и нет. Теперь можно поставить трупа. Это да. Рапорт же будет. А мы тропарь. Можем поставить. Так, если мы ставим стропа, смотрите. Тогда получается рапорт. Ну, тропарь, там, да, можно тропарь поставить. Тропарь проходит. А мы тропарь напишем. Зажора не дает покоя. Зажора. Ну, давайте зажору попробуем. Нет зажоры. Ну что, стропу ставим? Балдисты. Достаточно стропу, ну. Давайте. Ну, давайте попробуем разыграть эту серию. Поставили стропу. Надеемся на рапорт от узника сраницы. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Таня, это тебе. Так у меня еще в августе будет. А что сказала тогда в августе? Юбилей у меня будет. Я говорю, у меня скоро, говорю, будет юбилей. Ну ты же не сказал, что в августе. Сказал, скоро. Рапата поставил соперник. Август ну, не за горами. И что будем делать? Ну вот, Лику заодно поздравили. Стажер через ее... Давайте рапорт. Ну, если рапорт поставим... Тропарь будет. Мы теряем очко. Тропарь. Мягкий знак в угол, и будет тропарь. Если поставим рапорт... Ребят, нельзя рапорт ставить. Мы потеряем одно очко. Привет, Сеня Лайф. Топаз. Ну, давайте. Топаз короче, но тропаря не будет. А какое мы слово в угол поставим, если последний наш ход будет? Вы об этом подумали? Таз. Ой, да таз поставим. Таз поставим просто и все. Ну, пазл можно будет поставить. Ну, тогда нам нужно очков больше, наверное. Сейчас посмотрим. Стопа вот предлагают. Еще тоже неплохой вариант. Стопа 5. Вот напишите стопа, она может все-таки напишет рапорт. Может быть, она напишет рапорт. Не уверен я, что она это сделает. Мне кажется, тропар не проходил у нас. Проходит тропарь. Тропарь проходит. Поставили стопу, пятерка. Да мы сами не поймем, Саид, она, он. Тут фиг поймешь. Ход соперника, не пишем слова. Артист. Никто не хочет ставить рапорт. Почему-то. Андрей, соперник последний ходит. И?
Верстаппер, ты читаешь и слушаешь, что в чате говорят и пишут? По-моему, нет. Вы там переживали за угол? Да я не переживаю, там таз встанет, и все. Там несложный угол. Витраж пойдет? Так, у нас есть слово «оттиск». Так, конечно, оттиск, Ранфия. Литраж или витраж? Оттиск 6. Тортик не проходит здесь, Юрий. Литраж – это будет вот так. Витраж или литраж? Ну, можно и так, можно и так. Литраж на листопад будет. Написали же. Листопад. Так, ну, значит, витраж. Витраж есть. Нина, у нас шестерка есть. Может, имеет смысл оттиск написать? А что это даст? Оттиск тоже шестерка. Ну, там угол закроем и все. Ну, может быть, поставить L в угол. Да, конечно. Ты, Ирина, не слушаешь, наверное, что пишет в чате просто. Поставили витраж. Свист 5, там есть шестерка, оттиск. Вот сейчас он, оно поставит оттиск. Ну и что? Но. Ирина хочет интригу навести. По очкам выиграет нас. В конце четвертой доски она хочет навести интригу. Ирина, оттиск и витраж все равно 6 букв. Какая разница? В общем, да. А мы никак разобраться не можем. В запасе будет стопад. Мы с женщиной играем или с мужчиной? Да он не поставил бы, а что ты думаешь, он не видит, что ли? Листопад. Рапортист, это Тушканчик, не Нарнакова. Оттиск, пожалуйста. Узник мужчина сранится женщина. Да. Пожалуйста, наш ход, ваши варианты. Тиски. Тиски. Я тоже хотел это сказать. Тиски. Виски или тиски? А подлиннее слово не дадите? Я хочу виски. Вот тебе пишет Дмитрий, Ирина. Стюардесса по имени Ира, Ирина, на четвертой доске оставила интригу. Ирина, для тебя специально Дмитрий пишет. Вискас, Марина. Не проходит здесь название брендов. Стажер через Е пишется. Булат Есетов. Ну и открывай. Может, Топаз лучше? Топаз, конечно, лучше. Уж рапорт он не поставит, понятно. Водка? Миникер. Рапортист. Мне нельзя. Я на лечении. Рапортист. Ну, давайте попробуем рапортиста. Нету. Свист. Тем более теперь нету. Марина, вы неправильно играете. Так. Ну что ставить будем? Потому что рапорт даст тропарь, Тализа. Мы об этом говорим уже. Давайте тиски. Зачем открывать гласную? А слово «стажер» с буквой «О» пишется? Поставили виски на радость Ирине Мусейлян. Я б топаз поставил. Но вы почему-то виски хотите. Не знаю почему.
Вроде воскресенье уже закончилось. В Самаре 33 минуты, как уже понедельника. Но вы почему-то выбрали виски. Даже птицы как-то поиначе петь стали, когда услышали виски. Микст. Ну да, он ждет, что мы поставим рапорт, понимаете? А он поставит тропарь и выиграет очко. Понимаете? Он ждет от нас рапорта. Рапорт он это так будет... и так выиграет. Оно, вернее. Рапорт будет тропарь. Что ставим? Топаз, запор одно и то же. Запор, топаз. А запора не пройдет? Запора? Нет. Саппорт. Не русское слово. Просто запор. Или топаз. Нету саппорта. Ну давай тогда топаз. Запор или топаз — это одно и то же. Буква одна и та же на той же самой клетке. Что топаз, что запор. Пятерка. Ставки. Обсудим. У нас есть еще 40 секунд. У нас будет 53. Ему надо будет поставить слово из 6 букв. Стажер через ее пишется, Лёка. Поставили запор. Ставьте. Стаз он поставил. Ну что, мы проиграли. 5 очков. Так бывает. Пожалуйста, уважаемые модераторы, напишите в чате, какой у нас окончательный счет сегодняшней трансляции. На этом я хочу с вами попрощаться, поблагодарить вас за игру. Тем более, что завтра понедельник, и многим из вас на работу. Счет 2-1, а одна ничья. Ну вот Светлана Осинская пишет 2-1. Да, всем спокойной ночи. Два раза мы выиграли, потом одна была ничья, сейчас проиграли. Спокойной ночи, всем спасибо за игру. Да, всем, всем большое спасибо. Спасибо за игру. И до завтра. С рабочей вас неделей. Пока-пока. Пока-пока. До свидания. Леш, ну работа скоро встает. Все здоровы.